Приветствую всех зрителей. Сегодня разберем с вами топ-спин справа по подрезке. Первое, что необходимо сделать, это подойти ногами. Второе, сделать замах. Третье, произвести равноускоренное движение вверх. Четвертое, сделать рывок в точке соприкосновения мяча и ракетки. И пятое, сделать окончание в районе лба. Точка соприкосновения необходимо производить примерно в этой точке, но если быть точнее, то это зависит от силы нижнего вращения. Ребят, советую досмотреть это видео до конца, так как внутри этого видео будет совет по исправлению одной из основных ошибок, которая встречается у многих. Переходим к тренировочному процессу. Thank you.
Прежде чем перейти к основной ошибке, предлагаю посмотреть подстроение ногами под мяч. Пока смотрите, вспоминайте, так ли вы это делаете. Давайте перейдем к детальному рассмотрению ошибки. Во время короткой подрезки, как таковой ошибки не возникает. Шаг под стол делают все. Далее, во время замаха, когда вы убираете ногу, необходимо первое, что сделать, это развернуть стопу. Стопа нам позволит развернуться тазу, а также корпусу. И за счет этого нам будет намного легче играть по нижнему вращению. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до встречи!